Итак, ребята, это будет тест нашего микрофона. И заодно запишем небольшой летсплейщик по элитке. Так, запускаем. Как раз протестируем кораблик Асп. Я уже где-то с недельку играюсь в элитку, и мне, в принципе, игрушка очень сильно понравилась. Но есть небольшие недочеты разработчиков. Да. В плане того, что в ней как бы можно читерить. Ну, официально, так скажем. Брать много заданий. В общем, это единственный минус, на мой взгляд, элитки в целом. А так, игрушка интересная. Я даже настроил голосовое управление. Вот, как у Римаса и остальных ребят. Ну, примерно так под себя. Особо не заморачивался. И Хельга, полный ход. Полный ход. Это потом, может быть, голосового помощника этого как-то можно будет улучшить, записать, наверное, голос женский. И на его основе уже можно будет что-нибудь придумать. Ну, это как размышление, так скажем, о вечности. И для себя я нашел как бы такой честный способ заработка. Тоже подсмотрел у ребят. Я бы сам не догадался. Ну, точнее, догадался бы, но прошло время. Сейчас мы полетим карибасить. Ищем систему с газовыми планетами. И вот это место добычи ресурсов в астероидных полях. Этих газовых гигантов. Именно должно быть... вот, место добычи ресурсов, где надпись «высокая». То есть, я так понял, это высокая активность НПЦ или... ну, что-то типа того. Что у нас тут, все норм. Еще даже не зафитаны, у меня денег особо-то и нету. Что такие дела? Ну, разгоняйся, давай, отпускай нас, планета. Ребята, у нас теперь будет новый голос. Офигительный просто голос должен быть, по идее. Так что такие новости о нашем канале. Сейчас мы зайдем, наверное, откуда-то снизу, да? Кстати, я попробовал еще в элитке управляться со штурвала, но не хватает осей, вот, получается, ну, в общем, не хватает осей, и вот это управление, ну, оно, которое изначально в Е, в элитке на клаве, оно очень удобно. Кисик что-то хочет, что ты хочешь, и пойдешь ты туда. Тормозим. Кстати, единственное, что мне еще, кстати, ну, единственное, что мне не нравится здесь, что нельзя разбиться о планету или о астероидный пояс. Нас типа выкидывает из режима суперкруиза. Вот так. И он там перегревается, в общем, тоже недочет, на мой взгляд. Если это космосим, нас должно размажить вообще об эти астероиды, если мы что-то накосячили. Но это, походу, дань геймплея. Пол световой секунды уже дается нам. Готовимся к высадке. Кстати, Асп, по-моему, Эксплорер
он эксплорер, да. Все, высадка. Приземление. Все, мы на месте и начинаем летать. Так скажем, искать потенциальную жертву. О, анаконда. Привет. Мастер. Мастер фломастер. Ну ничего, давай за тобой последим. То есть принцип такой, что мы будем вмешиваться. Именно сейчас анаконда, скорее всего, сагрится на какого-нибудь шахтера. Здесь есть НПЦ-шахтеры, которые копают. И на них агрятся пираты. То есть, если мы летим в место добычи, где просто опасно, да, то там полиция не прилетает. Где низко, там, естественно, низкая активность. То ли полиции, то ли еще кого-то. О, все, сагрились на него. И фит такой, что я использую турельки лазерные для того, чтобы вписываться. То есть мне нужно по факту просто вписываться. Ой, да, вот, все, мы стреляем. Шлеп. Ну, по большим целям можно и так выстрелять. Шлеп. В принципе, все, нам больше ничего не надо. Мы за него уже получили автоматически награду. Оу. Газуем. То есть, боец из меня так себе. Чайниковский. Ой, блин. А, он в стелс ушел. Не уйдешь. Да что я тебе сделал? Ты ничего не сделал. Надо было дождаться, пока ему щит снимут. Тогда у него шанс у НПЦ переагриться меньше. Да, я еще с Вокс командером немного не разбирался в этом плане. Да, отстань от меня. Все. Вот, нам дали 96 тысяч кредитов. Ну, если бы я не тупил, еще подождал, получили бы больше. Ну не больше, а в смысле, он бы не нас не переагривался. То есть задача такая, что мы прилетаем и просто ждем, когда начинает. Ищем, вот именно ищем НПЦ. Давайте уберем оружие, чтобы случайно не сагриться. Так, продолжим. И, в общем, мы ищем НПЦ, которые находятся в розыске, но при этом мы не агримся до того момента, пока у них не снимут щит. Империал Навик Вайпер. Вот, он в розыске. Мы на него не агримся сейчас. Он. А вот, его начинают бить. И наша задача просто... Вот так, шпек. Все, мы нанесли какой-то урон. И уже автоматически писались. Можно еще подбить. Все, награда наша. Плюс еще мы прокачиваем стенд. Наши стенды 132 тысячи, да, не так. Прокачиваем стенды в этой системе. То есть прокачиваем стенды в империи. Ну я сейчас покажу в империи. И к системе. Вот это для меня честный и легкий способ заработать денег, особенно на начальных этапах. То есть можно брать
нубшип, самый первый, и спокойно таким образом зарабатывать на все вообще корабли, ну, для дальнейшего фарма, то есть покупать какой-нибудь там дальше грузовичок, искать торговый маршрут и, в общем, заниматься всякими разными интересными делами в дальнейшем. Но первые деньги можно заработать именно таким образом. Ага, кобра. Кобра здесь неспроста. Хельга, полный ход. Хельга, полный ход. Не спать. Полный ход. Куратор утопии. Ага, вот. Открыла. Scan detected. О, 141 тысяча кредитов. Так, сейчас это мы уберем, оно мне интересно. То есть здесь есть один нюанс. Нельзя атаковать корабли до того момента, когда сканер покажет, что он в розыске. То есть как только он показался в розыске, можно смело атаковать. Если мы будем атаковать до этого, мы получаем штраф в этой системе. И даже если мы отсюда улетим, то НПЦ на нас потом будут вести, ну, вот эта полиция, которая сюда прилетает, она будет на нас очень сильно, нам, в общем, совсем будет не рада. Да. А турельки я использую по факту, чтобы вписываться. То есть не на... моя задача здесь не наносить урон, наша задача, а просто вписываться. И турельки для этого подходят, ну, с автоприцеливанием, как нельзя кстати. Кадр чистый. Транспортер. Игл, анаконда. В общем, пираты закончились. Ничего, они еще раз сюда налетят. Ну, скоро еще сюда налетят. Так что мы просто ждем, когда сюда приварпывают НПЦ. Асп скаут. У меня, по-моему, тоже асп скаут, да? Да, скаут. А, чистый, нормально. Так что нам нельзя агриться на пиратов. Ой, блин, на НПЦ пиратов, не просканировав. Ну, не дожидаясь окончания сканирования. Это первое, что нужно запомнить. Во второе, используя турельки, ну, достаточно безопасно в плане того, что мы не можем как-то накосячить и сагриться, скажем, на полицию. Это тоже очень нужный момент, очень важный. Мы можем, кстати, сакриться первыми, да, вот когда он уже на подходе. Если мы, к примеру, там, сайдвингера или еще кого-то видим, мы можем, в принципе, сакриться, если мы танканем достаточное количество времени, пока полиция подлетит. Вот можем сейчас, оп, сакриться. Мы должны будем сейчас получить урон, танкануть, так скажем. Потому что пирату что-то не нравится, что на него напали. Все, это время мы должны протанковать, пока полиция подлетит и начнет его убивать. О, блин, лошара. Да, я еще не зафиченный был. Все, награды слетели. Так, еще если нас убивают, награды тоже слетают, так что это нужно учитывать. Ну, окей. Рукожопы.
Запуск денег у нас совсем там. Кот наплакал. Так что и сейчас вот спящие награды. Ну да. Landing restraints retracted. You are clear for departure. Хельга, убери шасси. Landing gear retracted. Хельга, полный ход. Полный ход. Здесь рядом планета со станцией, она очень сильно притягивает, но ничего не поделаешь. Ну, потихоньку набрав скорость, будем выравниваться до получения результата. Конечно, пушки с жесткими подвесами, они будут намного лучше, чем турели. Но, тем не менее, как есть. Турели нам позволяют халявить. Халявить, причем по полной. Особенно лазерные, они не требуют зарядов. И если аккуратно фармить, можно очень долго на белте сидеть. Я так вечерок посидел несколько часиков и, в принципе, принес вот 5 миллионов на сайдвингере. На сайдвингер. Так что можно этим методом пользоваться, но народ уже как бы, ну, в начальных этапах, а дальше уже, если кому-то интересно, вы можете брать уже по там, миссии, короче, стакать их, переключать, перелайкофаться. В общем, мне этот способ кажется неправильным и нечестным. Больше золота. Зовем. Кстати, есть еще один такой небольшой лайфхак, как можно проще ориентироваться по скорости. То есть мы, когда подлетаем к планете, просто берем и зажимаемся по скорости сближения, вот, которая ниже. То есть расстояние там 3 световых секунды, да, и ниже таймер, так скажем, вот этот таймер сближения. То есть мы ставим, скажем, 8 секунд. Даже 8. И все. В принципе, при подходе к объекту корабль сам замедляется. И нам достаточно, ну, нам, так скажем, легко таким образом. О, перехват. Что такое? Поехали. А кто это у нас тут хочет перехватить? О. Hull integrity compromised. Какой-то негодяй перехватил. Кто же это был? Интересно. Наверное, это та сбежав. Наверное, анаконда сбежала. Так, на которую мы агрились.
потому что штрафов у нас нету. Да, наверное, это был тот пират, которого мы напали, анаконда. Неписи, кстати, здесь очень хорошо проработан интеллект у неписей. Они прям живут своей жизнью, что очень прикольно. То есть майнеры, к примеру, когда, ну, майнерская непись имеет статус там смертельный или всякое такое, то есть потому что, ну, они как бы качают стенды, да, то есть, скажем так. То есть на них нападают пираты, и они вписываются в них. Так, поехали. 4, 3, 2, 1, engage. Надо, кстати, побольше сделать. Больше. Так, продолжаем. 6. Ой-ой-ой. Скорость большая. Большая скорость. Тормози. Воль муй, все ништяк. Сканеры начнут очухиваться корабля, и потихоньку начнет появляться всякого рода непись. У них видна уха. Немного непонятный момент, она именно или появляется, или просто как бы типа обыгрывается такой момент, что сканеры после нашего приварпа, да, то есть после выхода из режима круиза, они обновляются. Работает. Scan detected. На. Target shields offline. Сейчас дропшип. На меня не смотри. Я тебе ничего не сделал. Under attack. Warning. Thermal attack. Gaining heat. Они бывают очень даже хорошо оснащены, такие корабли. Ну, пираты. На. Опять не дождался. Target shields online. Опять я получаю в репу. Target shields offline. Shields offline. Taking damage. Ну, доблестная полиция нам помогает. Давай! Систему переключим, орудие уберем. Сможете не смотреть, что полиция у меня зеленая отображается. Это потому, что я им уже достаточное время помогаю. То есть, когда вы помогаете, вы качаете стенд в этой системе, и союзники становятся зелеными. Кстати, удобно. Щит правосудия — это тоже непись, которая так же, как и мы, вписывается. То есть я сейчас играю в соло режим, непись прилетает, начинает вписываться. А иногда и первая агрится на пиратов. О, там какая-то пристрел. Хельга, полный ход. Хельга, полный ход. Frameship charge detected. Полный ход. Ну, не успею долететь, да? То есть у меня асп еще даже не зафита нормально, то есть. Вообще никак, по факту. О, Фердиланс. Его дадут хорошую награду.
него надо вписываться. Все, вписались. На. То есть я прекрасно, как бы, я думаю, вы понимаете, что я бы его так убить бы вообще не смог, если бы перехватил. Я, наверное, перехватить бы даже не смог. Все. 29 тысяч единиц. Замечательно. Ага, еще какой-то пациент. Добра. Таким образом, вот буквально при вас я уже настрелял на где-то 350 тысяч исков, скажем, кредитов. Хельга орудия. Хотя, в принципе, этот способ заработка тоже бы желательно было бы разработчикам пофиксить, но как есть. Scan detected. Мне нужны подарки. Мне тоже нужны подарки, дружбан. Станешь моим подарком? Вайпера, я не знаю, разберем или не разберем. Слабенькие совсем. Хотя вот у вас бы очень такой прям хороший потенциал для фита. Ну все, сейчас он был. Сейчас все. Стоит просканировать бедного шахтера. Кто тормозит? Если у него как только сагрится, можно в принципе уже по нему стрелять, потому что полиция будет в пути. Мне не захотел. Выполнено. Да, наверное, нужно будет сейчас Хельгу отключить. Вот. Силовик. Ну, так как он эксперт, он нам может. Нас может быстренько разобрать. Полиция. То есть вот они, пираты летают. О, это какой-то большой корабль. Берел Клайпер. Звенья. Кстати, полиция почему-то на звенья, она не так яро агрится. Можно просто летать рядом с полицией. Я поначалу так и делал, когда у меня был Игл, по-моему, корабль назывался. Ну, самый простецкий. Питон. О, вписываемся, вписываемся. Блин, не вписались в питона. Капец. Трагедия жизни. Так, все. Розыск, можно стрелять. Шпек, шпек. На. Target destroyed. Не вписались. Ну ладно. Его оружие. Убираем оружие, чтобы на всякий случай не сагриться, а то я один раз так попал. Игл.
побольше. Ну и игла мы и так разберем. Сюда. То есть мы на него сагрились, полиция без разборок. О, 17 тысяч. Все, без лишних разговоров начала нам помогать. Убиваем. Не агрессивно лишний раз. То есть легкие цели можно вот таким образом и самому разбирать, нам помогут. Так, здесь какая-то перестрелка, полетели дальше. Да, то есть нужно будет себе таким образом нафармить, наверное, на какого-нибудь питона, на большой кораблик. Было бы неплохо. Да, вот откуда он? Чё, он 65% уже? Не заметил даже. Ну, модули все целые, хорошо. Вайпер. Зарядится. Успех. Ой, а у него щит еще не скинул. У него как стреляли, еще не скинули. Еще раз посмотрим. Ага, он защиту включил. Under attack. Вообще замечательно. Так, еще какая-то драка. Хотели помогать. Помогальщики. Еще идет замес. Давай, 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 успей. Я в тебя верю, не наш. Смертоносный пират. Нет, чисто. Розыск, кик-лайпер. Я тут думаю, вот он и вот он. Больше сейчас на систему дадим. Будем контролировать. Target shields offline. Target destroyed. Замечательно.
пушечки. Ага, вот еще гранат. Интересно, как посмотреть процент заряда щитов? Можно как-то посмотреть? Энергия 10, здоровье. Статус, я думаю, здесь не будет. Снижение тоже. Ну никак. Так, игл. Вот на игла можно смело нападать. Он нам Аспи ничего не сделает. Ага, их трое. Значит, нужно искать того, кого бьет полиция сейчас. Стоп, чистый. Надо не тупить. Хантер. Кто ты? Ну, Хантер. Поехали, короче. Так. Игл в розыске, вот он. Привет. Target shields offline. Тут турелек есть очень большое преимущество. Они позволяют во время маневра стрелять по противнику, но намного менее мощные. О, с плюсиком. Так, берем. Да. Чист. Идеал дропшип. Не чист. 100% не чист. В розыске. На него мы первые агриться не будем. Ну, там какие-то. Ну, там летает. Очень большой долей вероятности сагрится на майнера. Подождем. Крадемся. Давай, стреляй в него. Стреляй ты в него уже, а? Что-то передумал. Давай. Давай, рожай уже быстрее. Не могут переговариваться, наверное, друг с другом.
Жить ты как? Ну ладно. А, вот он загрелся, да? Вон, вон. Пошел себе цель. А, помогите ему, спасите. Спасите Дори. Быстро, быстро. С майнинг начнет. Трупет обрезается. Летит полиция. Сломя голову. Ну все, можно вписываться. На. Турельки, то есть они всегда следят и по союзникам не стреляют, особенно лазерные. Тоже этот момент плюсом в их сторону. Конечно, плотность населения здесь большая. Это имеет место быть. Ой. Ну. Ёперный театр. Максимально возможный кредит. Ай. Понял. Ну, сам виноват. Ладненько, на этом можно, думаю, закончить. В общем, всем удачи и пока.